Знакомство с культурой и традициями, беседы с интересными людьми, море впечатлений произвела поездка в Польшу на 10 учеников Щелковской гимназии, старшеклассников, отличившихся успехами в учебе, достижениями в спорте. Делегация школьников во главе с руководителями, педагогами учреждения отправилась в Гроздицкий Повят, побратим нашего района на несколько дней, благодаря выигранному гранту за участие в международном конкурсе Центра дружбы и содействия российско-польских отношений ученицы 9 класса гимназии Анастасии Гладышевой. Девушка представила свой проект «Я есть то, что я ем», где рассказала о культуре питания своей семьи. Мы вот такими обменами занимаемся очень плотно, наш район. И очень приятно, что наше лучшее образовательное учреждение района, да, приняло такую эстафету. Мы очень хотим, чтобы вы достойно также приняли своих сверстников у нас в Щелковском районе. Благодаря гранту, полученному от этого проекта, ребята смогли абсолютно бесплатно с 9 по 15 сентября познакомиться с нашим районом побратимом Гроздицким Повятом. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто помог организовать эту замечательную поездку, потому что вы даже не представляете, насколько теплые и замечательные впечатления вы нам подарили. И я думаю, что мы также радушно примем наших польских друзей, когда они приедут к нам с ответным визитом. Для большинства ребят это была первая подобная поездка за границу. Здесь им удалось узнать много нового о культуре и традициях Польши, усовершенствовать навыки иностранного языка, а главное – найти новых друзей. Интересные мастер-классы проходили в Гроздицкой технической школе имени Квитковского. Также за время поездки делегация посетила места захоронения русских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. Мемориальное кладбище располагается в соседнем городе Вольштине. Мне вспомнилось, что у моей прабабушки брат как раз-таки погиб в Польше во время военных действий. И то, что вспомнилась семья. Уже совсем скоро, 6 октября, с ответным визитом в Щелковский район прибудет делегация из Польши. Анна Балиет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».